Я хочу, во-первых, всех успокоить, что помимо законов на территории России действует Конституция Российской Федерации, которая гарантирует всем гражданам право на личную жизнь, гарантирует невмешательство в эту личную жизнь. Этот закон не направлен на какие-то ущемления интересов и прав граждан любой страны, любого вероисповедания, любых там наклонностей. Этот закон направлен на запрет пропаганды среди несовершеннолетних прежде всего. И я вас могу заверить, что Олимпийские игры пройдут на самом высоком уровне. Все права всех граждан будут защищены. Но законы любой страны, на территорию которой вы въезжаете, конечно, нужно соблюдать. Но еще раз скажу, это никак не касается спортсменов. Приезжайте, соревнуйтесь. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait un impact quelconque sur les jeux. Écoutez, il y a quand même, je reviens encore à une chose. Il y a 33 ans, j'étais vice-président de mon comité olympique et on me disait qu'il ne faut pas aller aux Jeux de Moscou parce que l'Union soviétique est en Afghanistan. J'avais dit, je vais aux Jeux. Les Jeux olympiques, c'est le rassemblement de toute la planète. Chaque pays a sa législation. Pourquoi voulez-vous ? On ne fait pas de différence, nous. Vous croyez qu'on va dire si ce spectateur est homosexuel, cet athlète, on n'a aucune. On ne s'occupe pas de ça, la vie, c'est la vie privée.